Я думаю, как привык уже, что взрываемся обычно, когда хочу ехать. Я за гуманный метод. Так, все, тогда она стоит у нас там. Ты живой? Да. Что там у тебя взорвалось? Не у меня. Это картошка себя под сагран кидает сюда. Так, метку на машину дал, все. В принципе, Паша, если хочешь, можешь выехать вот на эту горку, получается, слева, оттуда обзор хороший. Которая на юге ров. Я пулеметчик мне где-нибудь, да. Надо сейчас посмотрю. Либо здесь где-то в этих засесть, чтобы охранять. Да я лучше здесь сяду, у нас не так много. Ну смотри, тебе сейчас квадрик надо или ты где будешь вставать? Да нет, не надо, я в казарму сяду. Ну, давай, я тогда на город то не мы снанем. Сяду с подальчем. Как раз в проходе сяду и никто не подойдет. Окей. Хотя, кстати, вот этот в щитовой можно сесть тоже тут. Может быть, но если они вряд ли будут его еще искать, они же не знают, что мы его передвигаем. Им метку не показывают, да? Нет, метка стоит, что он там. Потому что его передвигать можно. Нет, а метка на него обновляется, да? Не, она такая. А вот я думаю, стоит сделать. А наверху на горе, что... на вот этой вот моей, на которой я выехал там в противник. У нас две горы, север и юг. А, юги. Разрываем гранат. Сейчас выйдет, да. А что за машинка? Наша, нет? Они такие. Минус один. Ой. Видел, откуда РПГ стреляет? Питер? Нет. По щитовому, по-моему, выстрелили из РПГ, и я не понял, откуда. По мне снайпа работает. Ну, сиди там, не высылайся. А спитер хорош, по своим стреляет. Это он меня убил, что ли? Нет, спитер меня убил, и тебя, короче, убил. Я выехал на гору, а там неожиданно спитер.